Что такое сахарный диабет второго типа? Чем он опасен? Сахарный диабет второго типа – это хроническое заболевание, основной причиной которого является снижение чувствительности к инсулину. При втором типе диабета своего инсулина сначала вырабатывается достаточное количество, иногда даже больше, чем нужно, однако он не выполняет свои функции. Глюкоза при этом не попадает в клетки, и уровень ее в крови повышается. Постоянно высокий уровень сахара приводит к повреждению сосудов глаз, почек, нервов, развитию и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет второго типа чаще всего развивается постепенно и незаметно. Поэтому крайне важно знать, какие факторы риска приводят к развитию нарушения углеводного обмена и при каких заболеваниях он развивается чаще всего. Самым серьезным фактором риска развития сахарного диабета второго типа является ожирение, избыточная масса тела и привычно низкая физическая активность. Проверьте, есть ли у вас лишний вес. С возрастом риск развития сахарного диабета второго типа значительно увеличивается, поэтому в возрасте старше 45 лет следует ежегодно проверять уровень глюкозы. Если у женщины во время беременности был гестационный диабет или родился крупный ребенок, это также является фактором риска развития диабета в дальнейшем, как у женщины, так и у ребенка. Если у ваших ближайших родственников, родителей, братьев, сестер есть сахарный диабет второго типа, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, высоком уровне холестерина, риск сахарного диабета второго типа крайне высок. Следует регулярно проверять уровень глюкозы и придерживаться мер профилактики. Фундаментом профилактики и лечения сахарного диабета второго типа и ожирения является модификация образа жизни. Следите за массой тела. Ограничьте в рационе продукты с большим содержанием сахара, соли и жиров. Исключите из своего рациона перекусы со сладостями и обильные вечерние приемы пищи. Больше двигайтесь, чаще ходите пешком. Если у вас появилась постоянная жажда, частое обильное мочеиспускание, если вы стали терять в весе без видимых причин, часто беспокоит рецидивирующая мочеполовая инфекция или другие перечисленные симптомы, срочно обратитесь к врачу. Сахарный диабет или раннее нарушение углеводного обмена, предиабет, можно диагностировать очень быстро. Для этого достаточно сдать кровь и оценить уровень глюкозы или гликированного гемоглобина. По данным эпидемиологических исследований, каждый второй пациент с сахарным диабетом второго типа не знает о своем заболевании. Только вдумайтесь, человек не обращает внимания на недомогание и продолжает вести привычный образ жизни, а в это время высокий уровень сахара разрушает и провоцирует развитие тяжелых, необратимых осложнений. Зачастую диабет без лечения приводит к таким катастрофам, как инфаркт миокарда, инсульт, слепота, почечная недостаточность, ампутации. Поэтому крайне важно вовремя проходить плановые профилактические обследования. Посвятите себе день, пройдите диспансеризацию в своей поликлинике.